Сейчас я сделал вторую. После первого я вообще ничего не почувствовал. А вот посмотрим, что будет после второй. Пускай делают все. Это даже очень надо. Как говорят, общественный иммунитет. А во-вторых, ну для себя это важно, чтобы не болеть. А если уж заболел, то во всяком случае легче все проходит. Это много знакомых, которые уже и переболели, и привились. Поэтому, говорят, лучше привиться. Будет, если заболеете, будет легче.